покупаем фломастеры. Я снимаю. Вот эти и все. И вот эти. Зачем вот эти? Ну, у тебя денег? Ты сильномажорный? Да. В смысле, ты две хочешь купить? Конечно. У каждого из нас будет по одному черному фломастеру. Неужели купили фломастеры для кое-какого нового проекта моего? Так что, после этого влога увидите в новый проект. Какие фломастеры? Боже. Если вот четко завтра. Типа готовимся. Завтра у нас будет батл с тобой. Я тебя вызываю на дуэль. Так что мы завтра встретимся на арене с тобой. Готовимся к съемочке нового проекта. Он будет, я думаю, интересный. Вот такой у нас штативчик офигенный. Те, кто не знает, из чего можно сделать штатив, вот из подручных средств. Сейчас ждем второго персонажа. Будем снимать. Я надеюсь, вам он понравится и вы его оцените. Он выйдет сразу же после этого влога. Не снимал, потому что ветерочек. Сейчас там черный солнце. На пляже, кстати, так круто было. Буду почаще туда ходить. Возможно, следующее видео будет про занятия на песке и так далее. Ну, посмотрим. Сейчас буду, короче, подтягиваться. Странный аксакал, метросексуал, у него кроссовки кэжуал. Сегодня резиночка, блин. Я уже, блин, зря думаю, причем на тренировку. Мама сидит дома, тренера нет, так что есть момент поснимать, блин. Какие сейчас она реально придет, вы чё, козлы? Будешь. Чё? Первый раз, что ли? Сейчас такие свежие, улыбаемся, сейчас сделаем эту серию. Мы еще банан поели. Банан, да, банановый мусс в ладошке. Да, это не смешно. Ну хер, я тебя снимаю, когда ты одеваешь кроссовки свои. Это ж интересно, мы сейчас разговариваем. Это ж качественный контент. Общение там, тыры-пыры. Все, погнали. Как ощущение? Нормально. Не порыгал, значит нормально. Сейчас пойдем спину качать, короче, сегодня. Я еще немного приболел, так будет у тебя палата. Да? Что? Я покушал, я покакал. Не, реально. Я немного горло болит, понял. Ну как болею, простуда просто. Еще видео 3 месяца на фоне. Ой, 3 недели. 3 месяца, говорю. На горячую линию звоните, да, алло, здравствуйте, мой сын блогер. Да, вызывайте врача. Утренняя тренировочка. Виталий гнется. Виталий гнется. Виталий гнется, мы тут отдыхаем. После тренировки. Давно Виталия не было. Давненько я не был в кадре, короче. Так, где моя пенал? Давай сейчас будет рассказывать все истории, давай. Короче, веселая история. Приехал со сбора. Только не матюкайся. Окей. Приехал, блин, со сбора, блин. Я, блин, хорошо провел сбор, рад видеть Валеру. Вот, и вообще всех. Ну ладно, Валеру не очень, но всех рад видеть. Вот, ну, все нормально.
тренируем сейчас, он ржем. А какой-то дичи. Колокольчик, колокольчик, давай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ты видишь, у тебя колокольчики. Да. А помнишь? О, там люди. Да-да-да. Как говорит, в этом Луцке ехали на этом. На маршрутке. Говорит, смотрите, там люди ходят на улице. Не, мы едем все, там люди. Смотри, какие они красивые. Смотри, как мы. Давай, показывай. Кстати, в Луцке красивые бабы. Да. Вертухи крутят нафиг. Вертухи. Я, кстати, научился выход на две делать, вы представляете? Я три дня научился. А я научился подтягиваться двумя руками. А то это пошло, а ты подтягивался? Нет, до этого просто отжимался. Не, реально, я боялся самого именно движения сделать. Вот трус. А ты умеешь? Да. Выход на две легче, чем ладно. Там тупо это делается еще. Я не шарю, я не понимаю, короче. На самом деле, я на одну струк там делал. Я тупо два дня, три дня потратил. Завершение недели. Пришли качаться. Да, если тренер будет этот блок смотреть, что нам будет? Будет нам печально очень. Ну, это не важно. Это будет вообще. Как я помню, какое-то видео выложил, тренер говорил, ты что, типа, дурак? Типа, я там 400 бежал. А, тут Сумска. А нет, тут в Запорожье было видео. Там типа мне херово было, я показывал последствия на 400, и тренер говорит, типа больше такой не влазит. Но я не послушался, так что вот видео, как мы качаемся и как не надо это делать. Легкоатлетики — это побочный эффект, дополнительный вес. Ну, имеется в виду в весе человека. Но силовые показатели никто не отменял. Ты немного-то навесил? Смотри, не перекинься. Ладно, я тоже хочу поделать что-то. Выход на две. Вы вернулись, подождали, они себе жоли сейчас. Что, ты хочешь что-то замутить нормально? Ой, у меня сейчас просто такая. Ты всю неделю учился делать на выход на две. Мне 22 года, я не шарил до этого делать. Вылавливал движение. Сейчас покажу, как я научился. За эту неделю всего лишь. Давай на меня теперь. Все сделаю. Меняемся. Я могу не сделать. Ты сделаешь. Меня руки забить. Да, забить. Все. Один хотел. Нормально. Мастер-класс. Давай. Да выше закинь. Давай, струси, скинь руки. Скинь. Валера! Да давай, последний раз сбрось руки и нормально сделай. Там чакры открой внутренние, почисти мантры свои. Хорош показывать свои мышцы на камеру, давай. Ну, ну. О, вот это заявочка. Руки забиты, невозможно. На что? Ремешок. С трудом сделать то не так, как надо было. Мы просто бицепс сегодня качали, трицепс, еще жим делали тоже. Очень тяжко. Тут я? Так что, капец, еле сделал, и то. Не совсем как надо. Когда ты переборщил с креатином, и тебе делать нехуй. А ты ржешь, там стоишь. Одноразовый стакан 15-й раз уже используешь. Блядь, Валера. Вот наша бодяга. Че я могу сказать? Чефир. Как после штанги восстанавливается? Вместо капельницы. Готовимся к соревновательному сезону, так что. Она будет жопа. Через месяц, да. Не, ну я уже адаптировался к этой работе, мне легче немного переносится. Раньше я тут рыгал, блювал, блин. Тупо валялся на матах. Кто занимается, тот, блин. Ну, в манеже у нас, конечно. Ну, так ты сколько? Ты год бегаешь, только сомневаешься? Год, да. Будем опять бить рекорды всякие. Может быть. Ну, у меня рекорд мой личный 58 манеж у нас. Подожди. А, ну да, 58.
Это, конечно, слабенько. Ну, это, считай, только начало. Вот я с сентября занимался тогда и зимой бежал. А сейчас я уже... Прошло уже год еще. Так что не знаю. Мне кажется, из 50 должен бежать. У нас даже в манеже. В нашем количестве, с нашими гаражами. Вот и завершилась моя трудовая неделька. Я думаю, я достаточно поснимал тренировок. Ну так, поверхностно. Буду уже вылаживать видео, то давно не было видеороликов. Так что всем спасибо, кто смотрит. Всем до новых встреч, всем пока.